Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Дорогие друзья, мы уже отмечали, что оркестр «Виртуозы Москвы» не раз посещал наш город, и во время своего первого визита маэстро Владимир Спиваков познакомился с нашим юным дарованием, юным композитором Лудуфом Ачировым. И это знакомство переросло в творческое сотрудничество. Да, творческое сотрудничество и тесная дружба. И в скором времени Лудуф стал стипендиатом Международного благотворительного фонда имени Спивакова. Дорогие друзья, вашему вниманию прозвучит произведение Лудуфа Ачирова «Вариации на тему Паганини». Солист Лудуф Ачиров. Встречаем! Thank you.
Дорогие друзья, состоялась премьера произведения Лудупа Ачирова «Вариации на тему Паганини». Бурными аплодисментами поздравим нашего юного композитора Лудупа Ачирова. «Дилип» – испанская песня. На сцене солистка Большого театра Анна Аглатова. Please welcome the soloist of Bolshoi Theatre, Anna Aglatova.